Полтора месяца остается до завершения чемпионата Московской области по футболу. Серпуховская команда в последнее время не радует своих болельщиков победами. Вот и в очередном 22-м туре подопечные главного тренера Павла Клюкина в драматичном матче уступили команде Сергея Посада. Два удаления и пропущенный гол на последних секундах – таков итог матча. Уже послезавтра, 11 сентября, наша команда сыграет в Королеве против местного металлиста.